Доброе утро, сержант Пламли. Ты что, метеорологом заделался? А что я нашел для нового игрока? О, молодец. Прибыл еще один выпуск. Желторотики опять учить. Видно, новый полк сформируют. Прислали автоматы М-16. Говорят, неплохая вещь. А, пластмасса. На духовушку похоже. Останусь при своей пуколке. Думаешь, оказаться так близко к противнику? А вы как думаете? Командир всегда спокоен. Потянут, собран. Учитесь не замечать взрывы, жару, пыль, крики раненых. Во время боя это норма. Норма! Меня ранило! Сэр, нам нужны вертолеты с укреплением! Держитесь! Уберите меня отсюда! К вам вышла рота поддержки! Кто это, черт возьми? Наши советники во Вьетнаме. Новая рация принимает сигнал. Буйный конь в младенчестве. Сосал грудь у всех женщин племени в каждом вигваме. Так сиу растили своих детей. Каждый воин звал каждую женщину матерью. Дедом ему был любой старый воин. Они дрались, как одна семья. Делайте все, чтобы помочь солдатам. Когда это начнется, солдаты помогут вам. Ты поймал волну? Да, сэр. Значит, будешь моим радистом. Но я же... Ничего, справишься. Если кто-нибудь назовет меня дедушкой, убью.